Посмотрела психологический разбор у принцессы Дианы, это я его хорошо помню, у Линдхолм и у Вероники Степановой. Они изучали не биографию, смотрели документальный фильм про нее, а сделали совершенно противоположный вывод о ней. Одна назвала нарциссом, другая абсолютной жертвой. Так, как так можно, может быть, диаметрально разное мнение? Ну, вообще-то одно другому не мешает. Вы же, наверное, слышали о таком явлении, как инвертированные нарциссы. Это и есть нарцисс-жертва, подстройка снизу. Инвертированный нарцисс, то есть даже буквально по понятиям, как говорится, по понятиям, тут нет противоречия. Инвертированный нарцисс – это совмещение их обоих диагнозов, как бы это нарцисс-жертва или пограничник-жертва, да, это, пожалуйста, это сплошь и рядом, это очень токсичное поведение вообще-то жертвы. И его очень часто эксплуатируют нарциссы как раз. Так что одно другому не мешает. Просто надо раскрывать тему, что имеется в виду. Нарцисс согласен. Жертва, не знаю, я не слишком погружен в биографию принцессы Дианы. Ну, я потом, да какая разница, кто она там конкретно? Вот так, два разных психолога, два разных мнения. А нужно смотреть не на термины, а на смысловую начинку, что они имеют внутри в виду всех этих классификаций и обозначений. Я соединил обе эти позиции. Инвертированный нарцисс, который и нарцисс, но при этом и жертва. Очень хорошо это монтируется, например, так. Вот так. Смотрела видео про маньяка до стрима из Старого Оскола. Так, это не братья Емельяненко, а не из Старого Оскола как раз. Он был полицейский и сосед. Насиловал и убивал соседок. С виду приличный парень, внешне не ущербный, жуть. Вот так, да. Ну, хорошо. Точнее, ничего хорошего, конечно, но... Так, тоже интересно. Так, это понятно. Так, и еще вопрос. Ехали зимой в горы. Знакомый холодный нарцисс. Взял в аренду автомобиль. Ну, а теплых нарциссов-то и не бывает. Теплые они в основном как люди более эмпатичные, как более в сторону психического здоровья какого-то, да? Взял в аренду автомобиль. И меня с дочкой в попутчице. Я оплатила 50%. А в конце поездки, один раз на повороте, нас занесло. И выяснилось, что он арендовал авто с летней резиной. Вот так. А резина какая должна быть? Ультратонкая. Ладно, хорошо, поехали дальше. Я была в шоке. Как можно в снег, в лед, в зиму брать авто на летних покрышках? Мы могли просто не доехать живыми. Ну, а нарцисс, вы знаете, у них мулька. Основная генеральная, внутренняя, фундаментальная мысль, идея, что они и люди вокруг, но и они сами в первую очередь должны быть разрушены до основания. Они стремятся уничтожить сами себя, умереть. И втягивают, подписывают под это всех остальных. Это могут быть вот это вот экстрим такой, неоправданный, рисковать жизнью, наркотики, алкоголь, самодеструктивное, самоповреждающее поведение и так далее, и так далее. Они стремятся к смерти. Они сами себя разрушают, уничтожают. Где-то глубинно понимаю, что они должны быть уничтожены. Получается, у вас третье мнение про Диану. Ни одна психолог не объединила эти два понятия, а наоборот, разделили четко на разные. Ну,
Да, вот пусть у меня будет третье мнение. Так, а он давний шофер, все это отлично понимает. Мне так нравится, как вы читаете. Спасибо большое, Лера. Присоединяемся все, чувствуем себя как дома, задаем вопросы, думаем над вопросами, о чем мы будем с вами говорить. Так, как так нарцисс готов и себя подвергнуть риску, чтобы только и другим нервы попортить? Да они к смерти стремятся. Что им и движет в такой ситуации, когда могли все разбиться, и он тоже. Вот я вам сказал, что это осознание того, что они должны быть сами разрушены собственными руками. Вот что ими движет. Тяга к смерти. Они не хотят жить. Понимаете? Курт Кобейн так мучился, долго-долго мучился, ну уже все понятно, ну не хочет человек жить, ну все, уже застрелил, все поплакали, уже все. Ну не хочет человек жить, ну что он может с этим сделать? Вот я, он так и пел, ну как я не хочу жить, ну я так не хочу жить, и все уже, ну давай уж, блядь, ну сдохни уже быстрее, ну сколько можно это нытье? Мы поняли, что ты не хочешь жить, вот нарцисс истероидный, пожалуйста. Ну все уже, все понятно с тобой, хорошо. Мы поняли, мы тебя услышали. А мы хотим жить. А ты если не хочешь, ну, пожалуйста. Это как, ну... Обе изучали биографию принцессы Дианы, так они говорили в эфире. Говорили. Так, ну и все, на этом вопросы закончились. Пусть говорят, студия номер 14 в телецентре Останкино. Говорили и пусть говорят дальше. Я вам Теперь я вам говорю, я не изучал и биографию принцессы Дианы, потому что она мне абсолютно не интересна, это абсолютно это абсолютно пустотелое существо, которое присосалось в свое время удачно к королевской семье. И единственное, что я смотрел, это как раз разбор тогда, когда я работал с Мариной про нее тогда. Она паразитка, с одной стороны, но она и жертва, с другой стороны. Вот я ему и говорю, инвертированный нарцисс. Она хотела сладко есть, вкусно спать и быть с подпиткой своей грандиозности нарциссической. Окей, но за это пришлось расплатиться определенными, так сказать, ну, по сути, своей жизнью. Ну, то есть человек лезет, не понимая, куда он лезет, как наркоман лезет в наркотики. Он же не понимает, куда он лезет. Вообще, во что он ввязывается? Вот почему нужна просветительская деятельность для подростков и детей. Что такое наркотики на самом деле? Не в песнях рэп-исполнителей романтизировано, а что это на самом деле? Вот, то же самое здесь. Она думала, что, ну как это немножко инфантилка такая, пятилетняя задержка, это нарцисска. Ой, я буду просто принцессой, ой, это так прикольно, я буду такая в платьице с короной, просто улыбаться и ходить с принцем. Я принцесса, я Барби, он Кен, у нас такая иллюзия. Она как нарцисска, наверное, в иллюзии, в какой-то фантазии жила, да, в своей выдуманной. Что так это все сладко, что так это интересно, что так это беззаботно и безопасно. Оказалось, нет, там опять борьба за власть, передел сфер влияния, кто кого, доминируй, размножайся, потребляй. Кто с кем против кого дружит, кланы, кто кого замочил, кто какой бизнес крышует. Там версий очень много было. Но мне в этом копаться никакого, ну, интереса нет. Ну, понятно, что человек захотел золотую клетку, попал туда. Ну и извините, а что ты хочешь? За все надо платить в этой жизни. Я рассуждаю так. Поэтому, ну, как бы, я не очаровываюсь вот этими какими-то статусами, какой-то там королевская семья, да нахер она нужна? Не в этом абсолютно счастье человека, а для нее, наверное, да. Ну, ей немножко в куколке захотелось поиграть, и куколка в главной роли – это она сама. Вот. Ну, а с куклами вы знаете, как поступают. Их могут выкинуть на помойку, оторвать ей голову, заменить на другую куклу. Она думала, что она такая уникальная, да нет, обычная.